Привет, привет всем. Привет, привет. Опять прямой эфир где-то. Как мне предъявили. Почему твой прямой эфир всегда, когда ты куда-то бежишь, куда-то спешишь или в машине, не можешь нормально провести? Всем привет, всем хорошего дня. Вот сейчас небольшая прогулочка. Кстати, много спрашиваете мне про коляску эту мою. Эгг. В переводе яйцо. Покупок, смотрите, сколько набрала в лес. Короче, она очень бодренькая и маневренная. Вот так очень классно маневрирует. И мне... Мне даже не требуется посторонняя помощь, чтобы открыть двери и зайти куда-то из вот этой бодренькой коляски, которая так все объезжает. Она, конечно, не дешевая, но на своих денег, девчонки, стоит. Если есть возможность, лучше брать. И это не реклама, это просто вот такой отзыв о ней. Когда бы графика покажешь? По весне покажу, пусть подрастет. Вот уже 3 месяца, ему уже он такой завидный стал. Самая крутая семья из всех участников Дома-2. Спасибо большое за такие хорошие слова. Такой ветер стрёмный. Вообще так стрёмно, все серое, ужас, такая депрессия. Но я стараюсь не подкидываться на нее. Как малыш. Юля, где Катя? Катя на Мальдивах, в отличие от меня. У меня серые пейзажи. Тает снег, течет ручей. На ветвях полно врачей. Добрый день. Тяжелая коляска? Нет, она не тяжелая. Она очень маневренная. Крутится, вертится, куда хочешь. И объезжает все. И амортизирует очень хорошо. Сейчас, подождите. Дорогу перейду. Так. И она маленькая, эта колясочка. Кто у Кати будет? Я не знаю, кто у Кати будет. Она обязательно напишет тайну до родов. Она делать не будет, поэтому насчет этого даже не думайте, что будет скрывать до самого роддома. У Кати будет свадьба или только распишется? Ну, честно сказать, во-первых, давайте прекращать с вопросами про Катю, зададите ей в ее прямых эфирах. Вот, потому что она чаще выходит в прямой эфир, вот ей вопросы эти и задайте, а не мне. Хорошо выглядишь всегда, спасибо. Сегодня я весь день бегаю. То документы заношу, то еще что-то, то в магазин. Муж на работе, так как вы мне любите писать. Где работает твой муж? Работает. Юля, как относишься к тому, что Катя все показывает на показ, срок, фото, живот, 20 штук в день? А, это ее право. У нее, слава богу, красивый животик, молоденький. Пусть показывает. Она и тоже животика, в принципе, показывала, поэтому я не удивляюсь. Юля, у меня 3 сына, это огромное счастье. Да, друзья, это такое счастье. Вот сегодня я скинула видео Райлана, где он участвует в спектакле. Это спектакль не для родителей, сняли воспитатели. Это для маленьких, старшая группа, для младшей группы как бы дело. И ну, так здорово смотреть на своего ребенка, это так неописуемо, эти ощущения, гордость за своего ребенка, такая вот безграничная любовь. А когда их 3, с кем самый маленький? Вот с кем, друзья, будьте внимательнее. Так, про дочку не пишите мне, пожалуйста. Одни и те же вопросы. Друзья, еще раз огромная просьба. Сегодня 26 февраля. До 27 февраля включительно идет голосование на благоустройство района, микрорайон Богородский, Щелково 7. У меня в шапке профиля есть ссылка синяя. На нее нажимаете, переходите, пишите комментарий, нажимаете проголосовать. За Щелково 7.
и тем самым очень здорово помогаете всем жителям этого огромного района Богородский обрести парковую зону вокруг озер, потому что парковой зоны здесь нет. Здесь есть школа, здесь есть сады и многое другое, но парка здесь нет, к сожалению. Вот, поэтому, пожалуйста, всех вас прошу проявить доброе сердце свое. Мальчики, дайте пройти, пожалуйста, тете. Спасибо. Вот. Главное, чтобы покупки мои сейчас не повываливались. Вот. Как она? Раз. И развернулась. Одной рукой можно управлять. Что еще хочу вам сказать? Вот, поэтому всем большое спасибо, кто голосовал. Кто не проголосовал, пожалуйста, проголосуйте. Это очень важно для меня. И не важно, из какого вы региона. Хоть Кавказ, хоть Дальний Восток. Главное, чтобы у вас был аккаунт на госуслугах. Когда вы сможете перейти по ссылочке, нажать «Проголосовать», написать комментарий, сделать доброе дело. Всем большое спасибо. Ночами спите? Ну, как трехмесячный ребенок спит ночами? Раз на раз не приходится. Где покупали шубку? Шубку я покупала очень давно. В одном из магазинов меха. Отдыхать за границей в этом году тоже не планируем. Планируем Анапу. Вам тесно в двухкомнатной квартире? Вы знаете, пока не тесно. И очень многие писали, вам нужно... Что это за звук? Вам нужно расширяться, надо покупать другую квартиру. Но, честно сказать, места пока полно. Может, когда им станет по 15, всем троим, уже нужно будет, уже будет тесно, но пока не тесно. Ты красивая, умная очень. Спасибо большое. Личико похудело. Видите, как у меня похудело личико? Я так рада. Честно, так боялась остаться кабаном. Ужас какой-то. Я наела 25 килограмм. 25 килограмм. Это не шутки. Так. По снегу немножко мне понадобится вторая рука. Поэтому будете смотреть на небо. Здравствуйте, здравствуйте. Вот оно, мое худенькое личико. Кстати, девочки, я не делала скулы. Я делала только нос, зубы, губы уколола. Скулы у меня вот свои почему-то с возрастом. Они стали вот такие вот выразительные. Школа. Кстати, вот у нас как школа. А вон там наш дом. Школа, дом, Багратик. Школа, дом, Багратик. Такое сладкое, маленькое. Привет, привет. Вот скажи, как ты худеешь? Ну, во-первых, питание. Девочки, вот я рекламировала там какие-то таблетки для похудения. Это все круто. Но если при этих таблетках вы будете точить тортики, никакая таблетка вам, никакая волшебная пилюля не поможет. Обязательно. Рацион должен быть правильным, сбалансированным. Белки, углеводы. Желательно углеводы в первой половине дня, белки во второй. То есть после трех углеводы старайтесь не кушать. Очень хорошо помогает похудеть овсяная каша на завтрак, допустим. Или вот этот овсяный блинчик, который я рассказывала, он сбалансированный очень. Блин, яйца забыла купить. Вспомнила, что я забыла. Вот. Настоящая мамка, да? Много гулять с коляской по 10-15 километров в день и питание. И это тоже. Но гуляние с коляской вам дряблый живот не уберет. Есть очень много упражнений. Вот, допустим, сейчас я иду, да?
А под низом я намазалась антицеллюлитным кремом и замоталась пленкой, пищевой пленкой. И чтобы все это шкварилось под низом, под шубой, когда идете гулять с коляской, заматывайтесь в пищевую пленку, мажьтесь каким-нибудь кремом, желательно какой-нибудь, ну любой купите антицеллюлитный, такой, чтобы не сильно жег. Чтобы главное там было не сухая у вас кожа, а вот смазанная. И будет шквариться у вас вот этот вот жир. Дальше. Ну, жир я не хотела никого обидеть. Мне тоже есть что пошкварить. Упражнение. Скрепка. Забейте, посмотрите, как ее делать. Можно даже на кровати делать. Ведь эти крема не помогают, говорят. Говорят. А вы пробовали? Я вот так вот избавлялась от лишней прослойки, когда ходила в зал. Вот. И очень хорошо убралась вот это вот, вот жир живота и дряблость. Оно все очень хорошо убирается, когда я также мазала, заматывалась пленкой и на беговую дорожку. Но причем не бегала, а ходила. Это планку, да, вот планка тоже очень классно сжет жир. Планка сжигает жир. Различные упражнения. Я потом просто немножечко подхудну, покрасивее стану. Я уже записалась в зал. У нас тут открылся такой статус. Прямо напротив нашего дома. И красивенько, когда буду выглядеть в форме своей спортивной, я оденусь и покажу вам очень классные упражнения для пластики, которые можно делать дома. Ну, там, грубо говоря, становишься на четвереньки и ногу назад откидываешь, чтобы напрягалась попка. И сразу все подтягивается. Ну, конечно, еще есть такое понятие, как мышечная память. Это очень важно. Если вы занимались до беременности, то после беременности, конечно, вам намного проще будет прийти в форму. Какие вопросы тебя раздражают? Прикольный вопрос. Вот этот как раз не раздражает. Про девочку раздражает. Вот это вот, когда за девочкой пойдете, куда пойти? Как Тигран говорит, есть магазин, куда все идут. Куда пойти, зачем пойти? Вам бы еще дочку. Пишут, как правило, это те, у кого даже двоих детей нет. Никогда многодетная мама или мама, у которой двое-трое детей, не будет писать вам бы еще дочку, потому что она понимает, что это самый бесявый такой вопрос. Делаете ли вы вакуум? Делаю вакуум, кстати, каждое утро по 3 раза перед тем, как пить воду утреннюю. Показать не покажу я вам. Я не показываю себя голенькую. Это не моя движуха. Животики, попки, вот это все я не показываю. Мои подписчики знают, что у меня все культурно, чинно, строго. Вообще это не бесит, бред какой-то. Зачем унижать все время людей? Ну, спрашивают они и пусть. Кто унижает? Свой квартира. Всех очень интересует вопрос достатка. Свой квартира, все свой. Квартира, машина свой. Потому что работаем. Потому что вместо того, чтобы лететь на Мальдивы, работаем, копим, собираем. Я не туда зашла, отвлеклась. Покупаем. Багратик улыбается. Да, он уже улыбается, отвечает. Он очень классно узнает братиков своих. Хочет общаться и наблюдает всегда за мной. У меня же много дел. А вы думаете, что я лежу на диване, за меня все делает няня, уборщица, повариха. Никто за меня ничего не сделает. Ну, позвала я уборку на генеральную, допустим, клинер. Но каждый же день носки по углам, по местам она же меня не будет складывать. Я не буду складывать. Катя, привет большой. Обязательно. Обязательно передам от всех вас. Если будете покупать новую квартиру в этом же районе, хотите? Хороший вопрос. Ну, если будем покупать квартиру, то, наверное, поболее по комнатам. Но
Может быть, не в этом, но не сейчас точно. Мы сейчас купили квартиру прямо возле школы. Не для того, чтобы сейчас взять и съехать с нее. Шапка, да, прикольная. Это шапка из Снуд. Такой комплект. Так. Какие операции вы делали на лице? Значит так, делали нос, делали зубки, укололи губки, все. Ну, ботокс тоже уколю. Сейчас похудею достаточно, а то пока что-то не сморщилось. Про Мальдивы это не Катя в огород камень, это в огород камень в огород тех людей, которые ржут над нами всегда и ржали, когда мы в Джубге отдыхали, что типа все уже поехали на Мальдивы. Почему вы не так, как все участники Дома 2 отдыхаете на Мальдивах? Ну хотя бы в Турцию, а в Джубгу поехали. Ну такое, да? Как одевать Баграта? Одеваешь Баграта, мой постоянно потеет в коляске. Если ваш ребенок постоянно потеет в коляске, значит, либо у вас что-то там синтетическое, либо один слой одежки убирайте. Комбинезончик тоненький, комбинезончик толстенький, две шапочки и верхний комбез, носочки на ножки. Все. Ребенка надо всегда одевать на один слой больше, чем себя. Вот, допустим, я одеваюсь что-нибудь, костюмчик какой-то и шуба. Вот. Значит, ребенку еще один слой. Спасибо за ответы, вы правы. Вы правда очень честный, открытый человек. Ничего не стесняйтесь, всегда говорите правду. Очень обожаю вас, здоровья вам и вашим мальчуганам. Спасибо большое, очень приятно. Как спит Багратик днем? По-разному спит. Ты носик делала с перегородки или только крылышки? Ну, Морозов, Сергей Морозов, которого я носик делала, он полностью его перебирает. Но я могу сказать одно. После его ринопластики, я делала эту ринопластику, чтобы быть красивее, а не для того, чтобы ну, там починить себе нос, да? Вот. И у меня намного лучше он стал дышать. Хотя он и так нормально дышал. Но такое впечатление, как будто он там все поубирал. Вот. И у меня почти никогда не закладывает нос. Вот знаете, когда бывают сосуды. Заложила нос, вроде сопли не текут, вроде ничего не высмакиваешься, а дышать не можешь. Вот такого у меня никогда нет. И это очень много, можно так сказать. Юля, ты очень женственная, правда? Ну, я стараюсь быть такой. Привет из Оскола. Как ты борешься с усталостью? Я пила раньше кофе. Тигран мне сказал, что нельзя. И я прогнулась под него, постелилась. И послушалась, и перестала. Пью часов в 6, чтобы у меня хватило сил всех искупать, уложить, все убрать. Снежок пошел. Навести порядок в квартире, потому что я не люблю ложиться спать. Только тогда я могу расслабиться и лечь. Вас мальчики дерутся. Дерутся, конечно. Я наказываю, Тигран наказывает. Мы приучаем их к тому, что они братья. Развиваем у них братское чувство прежде всего. Если закладывают друг друга, мы их ругаем, чтобы не предавали. Здравствуйте, девочки, здравствуйте. Оксану Стрункину рада видеть. Ину Воловичу, когда вижу, тоже рада. Ну, чтобы мы так специально встречались, нет, ни у кого нет времени, ни у них, ни у меня. Что у вас на ужин? Боже мой, вы столько раз уже спросили. Не знаю я пока, что у меня на ужин. Покажите свою квартиру в онлайн. Не покажу. Есть рубрика у меня. Кстати, друзья, вернулась моя. Вернулись мои хэштеги, сняли с меня блог.
на это время? Или этому человеку, который задает этот вопрос, так важно, что у меня на ужин? Не слышно из-за ветра? А так слышно? Весь экран уже мокрый. Сильный ветер, да? А вот так. Я рукой закрыла. Друзья, ладно, не слышно. Я еще раз вас прошу перейти по ссылочке у меня в шапке профиля и, неважно с какого вы региона, проголосовать за благоустройство Щелково 7. Всем большое спасибо за то, что вы были со мной. Сейчас зайду в магазин. Не очень хочется, чтобы все продавцы слышали, о чем мы с вами разговариваем. Не знаю, я стесняюсь вот так вот при таксистах. Тоже пару раз сделала эфир, и мне так стрёмно, что он едет и уши развесил. Слушает, что я говорю. Вот так слышно. Вы умничка, дети красавчики, Тигран, вы молодец. Спасибо большое. Всех целую, обнимаю. Я рада, что у меня получилось выйти в эфир. Хорошего вам дня.